И начнем выпуск со срочного сообщения. Паводковые воды затопили часть дороги в Усть-Калманском районе. ЧП случилось на 76-м километре автодороги Алейск-Чарышская. Из-за таяния снегов сильно разлилась река Ельцовка. Длина подтопленного участка составила около 30 метров. Это произошло в равнинной части Усть-Калманского района. В обычное время здесь ширина реки не превышает 1,5-2 метров. По данным пресс-службы краевого главка МВД, у разлива Ельцовки работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения и Алтай-Автодора. Специалисты предупреждают, будьте готовы, из-за ЧП возможны случаи задержки в движении транспорта.